Вот сейчас, пока еще тепло, можно собрать цикорий и выкапывать его корни, да? Можно собирать, пожалуйста, тысячелистник. Вот уже вот можно собрать семена полыни, а можно собрать вот эту молодую полынь и как раз ее настоять на водке. Очень много всего. Также есть сейчас вот крапива с семенами, тоже очень хорошо. Пижма, пожалуйста. То есть еще нету заморозков, еще очень много всего можно сделать. О, чистосел тоже. И на уксусе можно насадить, на яблочном. Вот, пожалуйста, чистотел. Все есть. Не сидите дома. Не ждите с моря погоды. Собирайте, делайте сами для себя лучшее лекарство.